Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Спор. Сегодня я хочу попробовать поиграть уже за всеядное существо, то есть не существо, а клетку. Так, этап клетка, так. Конечно же я начну с плотоядности, так будет проще. Так, стандартная сложность. Марма. Ну и пускай будет марма планета. Неважно, как она называется. Так, и мне сейчас надо найти хоботок какой-то. Так, это я все знаю. Так. С мяса надо начать. Давай, ешь быстрее. Так, это мы пока есть не можем. Он сейчас съест. Сейчас съест нас. Ну да, сейчас он нам когти даст. Колючки, точнее, шипы. Так, ну я не знаю, давайте серыми будем. Так, колючки пока что на время сделаем. Даже не знаю, как лучше сделать. А давайте две пасти, так даже будет лучше. Почему бы и нет? Вот так вот пускай будет. Название вида. Пускай будет водяной ёж. Водяной ёж. Он все еще, кстати, не похож, но я, в принципе, его хочу колючками вокруг этот затыкать. Всего. Или подождите, а может рандомно? Уилат, Крика, Крин, Дава, Грем, Игнитин, Макер, Келан, Гланиела, Ульт, Андлет, Адра, Солянна, Малисса, Делевей. Да, а пускай будет Делевей. Нет, хочу водяной еж. Все-таки водяной еж лучше будет. Водяной. Так, еж. Я его колючками хочу со всех сторон защитить. И надо еще всеядность получить. Так, это хищники, они мне не интересны. Мне надо найти всеядных существ. Вот они, вот это вроде всеядные, если я не ошибаюсь. Нет, они не всеядные. Так, а кто тут у нас всеядный-то?
Надо всеядных искать. Опа. Так, я хочу всеядность получить. Но не знаю я пока, где их искать. Скорее всего, на стадии побольше, повыше. Так, это не всеядные. Это просто травоядные. Так, вот этих можно, кстати, стырить. Вот эту штуковину, да, вот, все, я ее забрал. Ускоритель могу забрать. Будет лучше. Ну, я так, кстати, и не нашел всеядность. Может, на стадии побольше будет, повыше. Так, меня сейчас он может убить. Так. Я так и не нашел всеядных существ. А где ты? Так, вот ты где. Так, мне нужно больше шипов. Пойдет. Так, я что-то не понял. Где мне искать плотоядность? Ой, то есть всеядность. Уйди. Может, у вас? Может, это вы всеядные? Там вроде какой-то жгутик должен был быть. Хваток или типа там. У вас-то такого нету. Так, а это просто реснички. У тебя реснички. Все, я понял. Реснички мне не нужны. Мне всеядность нужна. Чего у вас тут такая пасть странная? Почему мне такая пасть странная недоступна? Так, я чуть-чуть вырос. Все. Где всеядность-то, а? Почему я до сих пор всеядность не открыл? Че, укусить хотел морского водяного ежа?
Так просто его не укусишь. Вот ты всеядный. Да, ты всеядный, все отлично. Нашел всеядность. Все, будем всеядными. Не помешало бы еще пару шипов. Но мне пока не хватает. Все, мы теперь всеядны. Теперь можем всем подряд пытаться. Отлично. Так, лучше отсюда уплыть. А, мы, похоже, из живых можем пить. Мы из них что-то высасываем, короче, и плываем. Он сейчас нас съест так. Так, уплываем. Ну да, за всеядность тут сложнее брать. Какие-то хоботки странные. Так, уходим, уплываем отсюда. Опа, там что-то доступно стало новое. А где? Тут же где-то... А, мы куски мяса не можем есть. Или можем? Почему? Он задолбал меня. Опа, там справа что-то доступно. Быстрее. Электрический разряд. Опа. Ничего себе. Мы его завалили. Так. Понял. А из этого ты не можешь высасывать. Ты можешь только из живых высасывать. Что-то там. И из растений. Все, я понял. С кусков мяса ты ничего не можешь высасывать. Зато ты всеядный. А мы сейчас вместо колючек дополнительных, наверное, разряд поставим. Электрический разряд, если хватит. Нет, не хватит. Ладно, колючки будут. Будут колючки. Вот такой вот уёж у нас будет морской. Водяной, точнее. Thank you.
такая странная штуковина. Высосали всю энергию из них. Так, это ядовитый, надо отсюда выплывать. Сейчас мы к нему присосемся. Так, вот этого сейчас тоже всю энергию из него выпьем. Опа, он чем-то бьется. Так, и тут... А, последний, короче. Последний элемент, яд. Опа, лучше туда не подплывать. Током долбанут, мало не покажется. А, меня убили. Так, давайте вот из этого тоже жизненную энергию высосим. Потом можно на комаров, короче, стать похожим. Давай, давай, давай. Все, высосал из него всю энергию. А вот куски мяса не могу есть. Опа, лучше его не трогать. Ничего себе меня отбросило. Ему больше подошло бы название не водяной нож, а вампир. Опа, откуда тут появился? Ну-ка, давайте этого тоже убьем. А, я не могу его убить. Все, понял. Опа. На меня толпа напала. Я из них энергию высасываю. Давайте наш водяной ёж станет вампиром, короче. А, он не станет вампиром, потому что... Мне не хватает... Ладно, тогда давайте еще больше колючек. Ладно, пускай будет ёж. Так... Поближе. Располагаем колючки поближе, чтобы уместилась еще одна пара колючек. Это действительно морской еж. Сделаем его покруглее чуть-чуть. Ну-ка. Яд. Так, ускоритель нет. Не может быть ускорителя у нас. Ну ладно, вот так вот пускай будет. Пойдет. Водяной еж, так водяной еж. Опа. Блин, они из меня высасывают энергию. Так, ну-ка. А, сейчас из меня высасывают энергию. Странное существо. Чё ты хочешь со мной?
Напасть на меня захотел? Так, он мертвый уже. Опа, укусил. Напоследок укусил. Убегает. Блин, я что-то медленно плавать стал. Куда поплыл? Опа. Всю энергию выпил из него. Так, он очень медленно плавает у нас. Так, вот. На него можно напасть. Сам к нам приплыл. Так, опять разум появился. Так, ладно, думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!